Здравствуйте, добро пожаловать. Проезжайте, проезжайте. Замок дать, чтобы повесило там, а то сейчас приеду. А мы на месте? Может, по 200? Пап, я такой несчастный. Я выход потерял. Что ты делаешь? Он палатку ставит. С чего начинаем? Только он понять не может еще. Он сам понять не может. Смотри, ты ее сначала подробно. Ну ты просто скажи, что ты делаешь. Я как называется? Палки? Палочки. Палочки. Там штырьки есть вон на концах. Да. Штырьки вставлять. Штырьки вставляй. Да, вставляй. С той стороны вставляй. Ну, вставляй просто штырек, чтобы вовнутрь воткнулся. Штырек в трубку воткни. Металлический. Вот. Теперь дальше. С той стороны даже. Стой, стой. С одной стороны сделать. Так, молодец. Вот он. Пока положи его, чтобы лежал. Я подержу, давай второй. Ну, второй тоже самый. Да, дави прям. Силу, силу прикладывай. Только начинай с этой, с центральной самой. Смотри, сначала центральную надо подвязывать. Вот здесь есть веревочка. Вот, видишь? Вот это же, да? Да, да, да. Такая пуговичка, видишь, такая. Хоба. Все. Ну, это не мои. Ты труселя с прошлого года оставил? Это не мои, наверное. Там они красные, у меня красные. Начни, чтобы это вот что такое? Чему надо прибегать вообще? Вот эти веревочки. Эти? Да, вот эти. Да, блин, к чему? Эх, понятно, сейчас их развязывать надо. Четырех поставить. Нет, с четырех углов вот сюда. Колечко есть? Колечко. Так, хотя бы поставь так.
почему мой телефон звезды тогда не заметил? Я вот мне звезды навела, он ничего не заметил. Пережидаем дождь. Рыба-бубет! 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 Вот, я не смотрю. Знаешь, как мне самолет? Не ходить в аэропорт.